Всем привет! Сегодня приехали погулять в Natura Lebnis Park Skywalk вместе с детками. Всем привет, дорогие друзья! Вот такое место. Приехали снимать наш очередной семейный влог. Погулять, красоту посмотреть, вам показать. Кто будет ехать куда-то отдыхать, смотреть, может, кому-то заинтересует такой план всего этого парка. Парк большой, огромный, можно даже сказать. Ага. Все подписано здесь. Нужно идти туда по дорожке, наверх. И вот там где-то, вот там справа находится эта верхушка, вышка. Вот эту вышку мы хотим подняться. Ну, вид, посмотри. Пойдем туда подниматься и вам покажем. Угу. Здесь такая дорожка, можно с колясками идти. Люди ходят с колясками, тоже поднимаются. Кто устал, может прилечь отдохнуть. Ага, вот она. Что там, Сан, подскользнулся? Что ты же? Один как на карте. Угу. Парпласы здесь платные. Даже не знаю, сколько стоит. За сколько парпласы стоит? 4 евро на целый день. 4 евро за целый день? Погода сегодня шикарная, нам опять повезло. Погода теплая, но там... парпласов немало, но все-таки мы тем не менее поездили, поискали. Все забито было. Посмотрите, там какой шикарный вид. На другой стороне горы. В снегу все. Сюда. Вот поднялись немного повыше. Здесь тоже такая, как там лежанка была, здесь вот качеля такая. Можно покачаться, посмотреть на такой красивый пейзаж, отдохнуть. Че, детки, устали уже, что ли? Нет, вот успели приехать и решили. Проверить решили. Проверить решили. И что? Хорошая лавочка. Да. Со столиком, да? Танюша решила массаж поделать, да, Саня? Я тоже. Что, они крутятся, эти роли? Да. Прикольно. Ариша здесь просто ребра. Как стиральная доска раньше была, да, Саня? Это мне надо тут массаж сделать. У меня спина под лопатками всегда болит. Да. Пойдемте дальше. Здесь имеется футбольное поле. Огороженным забором. Там также баскетбольная площадка, волейбольная с песком. В этом парке можно не только погулять, что-то еще новое узнать. Здесь вот примеры деревьев, из которых делают музыкальные инструменты. Здесь написано все. Кому интересно, может на паузу нажать, почитать. Также про эти деревья. Потрогать, пощупать можно. Вон Бауэр едет, работает. На поле. Фэнд. Вот примерно через 500 метров от парплаца мы дошли вот сюда. До входа. Добро пожаловать. Здесь начинается первая точка. Это еще не сам вход в этот парк. Здесь просто как такая дорожка, по которой можно пройтись. Место для фотографирования. Все обозначено на плате, но мы идем чуть туда, дальше. Вход в парк. Ели здесь такие здоровенные, да, сынок? Специалист наш по картофелю фри, да, доча? Подходим, она говорит, пахнет картофелем фри и помусом. Я говорю, люблю такое. Вот здесь открытие с 10 до 18. И вот уже подошли мы ближе. От парплаца примерно где-то, может быть, 700 метров идти. Посмотрите, какой вид классный. Красота. В хорошем месте живем, красиво. Вот здесь находится касса. Также здесь можно покушать. В этом же здании. Где касса-автомат в данный момент не работает, стоит. Написано. Но когда работает, то значит можно и карты платить. Вообще две кассы здесь. Есть разные опции оплаты при входе. Вот написано здесь для взрослого, для ребенка. Дети меньше 1 метра роста вообще бесплатно. Для семей есть, для групп есть. Так что вот цены все здесь. На нас четверых получается 44 евро. Также можно на улице посидеть, на террасе покушать. Туда идет дорога. Что, сынок? Монеты. Монеты можно делать, но мюнспрессы. Также здесь в этом парке имеется штрайхельцоу. Это значит, что животных можно живых погладить, да?
для детей раздолье тут и шпильплац, игровая площадка есть. Детки наши уже счастливы, что сюда приехали. Да. Вот так вот все выглядит. Красота. Плав у нас такой. Сходим сначала вот на вот этот мостик. Пройдемся по нему, посмотрим, что там есть. Потом на башню. Потом на башню это поднимемся. На самый верх покажем. Ступенек. Оттуда вид какой. Но. Аппетитно гуляем. Ага. И вон там есть горка такая еще прикольная. Вот. С 6 лет только можно на ней кататься. Он маленький, тоже там вроде. Но. Посмотрим. Даня говорит, хочет прокатиться. Пойдем туда тоже сходим. Так что поехали, пройдемся. Здесь такой вид классный. Там, наверное, сверху будет вообще классно. С горами, с горами. Deutsche Alpenstrasse. И Боднзе даже на этом сверху видит. Сейчас поднимемся, увидим. Поднимаемся потихоньку на этот мост. Смотрите, все держится на таких тросах или канатах. Это канаты. На канатах держится. Ну, он прикольно так идешь, он качается весь, да? Детки боятся уже. Боятся? Не упадет. Где ты, значит, кабана увидела там? Нет там никакого кабана. Да. Собака. Ты что, на мужика, что ли? Лас. Не такой уж и толстый. Поугарал, пойдемте. Вот такой вот. Такой конструкцией все сделано. Выше, выше поднимаемся. Идешь, реально качается все. Вот уже немного поднялись мы. Такой уже вид отсюда. Там горы, для тех, кто не видел наши видео, где мы поднимались пешком на Рубихорн. С Ирой вдвоем ходили. Можете посмотреть, добавлю в описание под видео. Также мы поднимались вместе с Данилем на подъемнике на Неблихорн в Оберсдорфе. Тоже прикольно было. Кому интересно, можете в описании под видео посмотреть. Ссылки добавлю. Не знаю, насколько видно. Люди прошли, вон мост качается, качается, как будто волна. Ну вот я даже. На это. На воде как будто волны, но также мост этот качается на этих тросах. Там прошли, сейчас табличка была, высота здесь 23 метра. Высоковато, как люди с таких вышек прыгают в воду. Вон, люди вон даже здесь по мосту с колясками ходят с этими, да? Ну. Он длинный такой, мы думали, он просто как вышка маленькая, а тут мы уже идем долго по нему, по кругу идет. Так интересно. Идешь, качаешься, да? Можно смотреть, он там снизу на зверей. Я видел, там целая картинка одна. Там, допустим, в самом низу муравей, сбоку лиса, потом это белка, а потом орел. Может быть, тут лисы и пахнет. Понятно. Если что, кто спросит, что Даня так разговаривает, у него там шпанги во рту, что он чуть-чуть шепеляет. Вот до развилки дошли. Визихернштабиль из Баумвипфельфас. Нифига себе. Здесь вот везде такие нотру в кнопке есть. Если вдруг что-то случилось, говоришь, где ты, мост 6, кнопку нажимаешь, говоришь, что случилось. Получается, мы уже по этому мосту по кругу прошлись и уже примерно выйдем на середину этой вышки самой, самой главной, самой высокой. Еще есть в эту сторону идет мост тоже. Сейчас покажу вам обратную сторону. Там не где горы, а где. В другую сторону идет. Классно идешь, ты как по волнам качаешься. Вот смотрите, как другая сторона выглядит. Как дымка такая. Туман, в тумане все. Пока мы тут гуляем, детки чуть проголодались, решили перекусить. Фруктиков, йогурт и орешки, да, сын? Сейчас пока здесь стоим, увидел здесь, в этой башне, в вышке в этой, как назвать ее, в ней есть тоже лифт. Так что инвалиды могут тоже здесь на эту вышку подняться на лифте на самый верх. План аж поменялся, мы посмотрели, что эта развилка идет, как мы поняли, на горку, и там спуститься можно. Поэтому так как мы уже здесь, до середины вышки поднялись, поднимемся сейчас на самый верх до конца, потом опять спустимся и пойдем в сторону горки. Смотрите, здесь такая стена есть, где разные птички нарисованы, их названия и кнопочки здесь. Что-то у каждой нажимали. Птички, ну, что-то не работает, но не знаю, но по идее должно работать. Сейчас что-то было, нет? Или вот это и есть что-то? Я думаю, это настоящие птички. Да тут настоящих тоже много чирикает. Короче, факт то, что по идее должно было здесь слышно, как они чирикают, потому что эти кнопки здесь не просто так, да? Ой, а эти ребята тут жук ползет. Да. А тут их много, что-то наверху. Пойдемте дальше. Ребята, мы на мосту.
Нравится вам здесь? Да. Здесь очень классно. Здесь хороший воздух такой чистый, да? Свежий. Красота. Я пока орешки кушаю. Пойдемте потихонечку дальше. Смотрите, как высоко мы находимся. Вон уже верхушки ели. А мы сейчас поднимемся на вот эту башню смотровую. Да. Покажем вам вид сверху. Тут должен открываться вид на Боденсее. Посмотрим, увидим, нет. Людей много гуляет сегодня. Погода прекрасна. Вот мы уже добрались на самый верх. Сейчас я пройдусь по всему кругу, сниму вам панорамное видео отсюда. Там посмотрите, какая здесь красота. С той стороны даже Боденсее видно. С этой стороны видно Боденсее озеро, которое омывает три страны: Германию, Австрию и Швейцарию. Извиняюсь за тряску. Там что-то дирижабль что ли летает. Да, мы когда были на Боденсее, там летали дирижабли. Мы с вон мобилем ездили, отдыхали. Кому интересно, можете тоже посмотреть. Ссылки добавлю в описании под видео. Красота. Сына. Танюша, название гор разглядывает. Покажи, что там увидел. А? Увидел что-нибудь? Ну, посмотри. Да, ну, название гор. Прикольно? Состоит. Интересно, так камерой будет видно? Где тут камера? Попка. Да, видно. А, сверху, ага. Ага, вот сфокусировалась. Что там, доченька? Вот такой вот вид в тубе. Угу, прикольно. Там, смотри, а вот, вот теперь видно, сфокусировалась сейчас. Вышки. Нет, там название гор. Угу. Название вершин. Я имел в виду название вершин гор. Написано всякие. Высота тоже подписана, да? Да, снизу. Круто. Не могу поймать. А там сбоку о. Стоит мемельян 40 километров. Да ты что? Да. Прикольно, да? Да. Он вот такой вот Skywalk. Natur Erlebnis Park. Skywalk. Альгой. Там и стоит. Воздушная Skywalk. Прогулка переводится, да, сынок? Прогулка по воздуху, точнее. Оно так и называется, символически прогулка по воздуху. Потому что все вот это подвешено, все на тросах, все держится, ты гуляешь везде все время. Можно сказать, реально, как по воздуху только что, по конструкции этой. Вот мы спускаемся с вышки. Даниэль еще хочет прокатиться на горке. А я хочу еще на ту змею сходить. Сейчас обязательно везде сходим. Там горка высокая. Потом сходим еще в то штрафницу, посмотрим, какие там животные есть, кого-то можно погладить. Потом пойдем еще кайзер шмангушать. Да, столько планов у нас на сегодня, да? Кайзер шмангушать. Кайзер шашлык кушать. Шашлык на даче будем жарить, да? Да, овощи. В общем, у нас сегодня такой день. Классный. Классный, да. Даниэль еще в кино пойдет со своей футбольной командой. Насыщенный день, да, у нас сегодня. Когда здесь гуляете, здесь часто где встречаются вот такие таблички и деревья. Написано, какие деревья здесь находятся. Здесь мишвальд какой-то перемешанный. Белые какие-то ели есть. Простые ели. Лиственницы, сосны. Здесь от мостика от этого отходит еще такое, как ответвление такое. Там, наверное, еще сильнее качается. Посередине какие-то кружочки вон есть. Прикольно, сейчас пойдем посмотрим, что там Даня хочет пройти там обязательно. Вот здесь как раз табличка. Abenteuerbrücke, Rörenrutsche, вот эта трубная, которая
Короче, мостики вот такие вот. И там это как труба идет, горка, по которой мы говорили, показывали уже. Че, пойдемте? Там с самого начала видели, вот такие как бочки были, типа на них можно было наступать. Здесь тоже такие штучки. Люди ходят, держатся, проходят. Здесь следующее уже препятствие. Такая вот штука. Даниэль уже туда ушел. Сейчас мы пойдем тоже следом. Здесь такая штука. Идешь, ноги шатаются. Да, мама? Все шатается. Ариша там боится, аккуратненько идет. Еще такой спуск, да? Не это. Не слабый такой. Там дальше другие какие-то испытания уже идут. И там в самом конце горка уже виднеется. Что ты, доченька, хочешь сказать? Мы сейчас идем вот на этом мостике. Давай. На горку. Ты не боишься, да? Нет. А ты покажешь потом всем, что такое кайзер шмарен? Да, да. Покажешь? Это такие штучки вместе с вместе с этим апсом. Да, таким. Покажешь, короче, когда будешь кушать, да? Да. Я буду сегодня так кушать. Для тех, кто не... Ромочки деду, переоденемся, пойдем домой, будем все сошуть. Ага. Для тех, кто не знает, Арина покажет, что такое кайзер шмарен, да, с мамой? Ой, мамочка, не иди так быстро, говори, здесь страшнее, говорит, идти. Да, не лежит там спереди. Мамуля, ну ты что там застряла? Не бойся, мама, пойдем, не бойся. Дети прошли, говорит, все, наконец, говорит, прошли. Дети сказали, здесь-то было поинтереснее, чем там. Не боишься, да? Стоим мы на горке, Даниэль там поехал сейчас. Он сейчас должен выкатиться. Ух, выехал. Нифига себе, как быстро. Быстро, ну, высота такая. Тут секунды 4 прошло. Ну, такая вот труба нержавеющая. По спирали идет. Вон туда. Высота здесь не знаю сколько метров. Там была табличка до этого 19 метров, но сейчас, наверное, такая же высота где-то есть, около 19-20 метров. Тут взрослые мужики вон катаются, выезжают оттуда. Все, идем теперь в Штрайхальцову смотреть, что там за животные есть. Сейчас я покажу, как катиться в этой горке. Даня хочет проехаться вместе с камерой там, да, Саша? Давай, только не выключай. Сейчас я подожду. Все, давай, залазь. Ваня, телефон разбит. Вот, ребята, залази, мы поехали. И вот, вот так вот надо сходиться по вот этой высокой трубе. Че у вас вес? Дача говорит, мам, можешь, если там будут кролики одного домой взять? Они такие пушистенькие, я их так люблю. А ну все, пойдемте, пойдемте уже. Мне, говорит, еще мои дела надо успеть, я, говорит, запланировала. Даня? Мне кролики тоже нравятся. Вот подошли мы к Штрайхальцову. Штрайхальцову — это зоопарк, значит, с животными, которых можно сразу погладить. С забором все обнесено вот так. Тут больше пород, чем зверей. Специально так сделано, чтобы они не убегали. Кто в этих будках? Ну-ка. А здесь никого нет. И здесь никого нет. Кто-то раньше жил. Пойдем, Ариша, вам барашков будем гладить. Вам барашки, видишь, ходят? Ариша пришла здесь, барашков увидела, и теперь боится, да, Зя? Да. Говорит, они меня не укусят, да, Зя? А еще ты на вот это фиолетовое не наступай. Почему? Это арахис. Барашки на арахис, да, сынок? В шоколаде. Че, пойдешь гладить, дочь? Почему я? Пойдем. Сынок, рода, сзади не подкрадывайся, сынок. Не знаю. Вдруг лягнет ногой. Ногой лягнет? Это что, лошадь, что ли, мам? Или корова? Пойдем погладим. Они уже привыкшие, гладит. Смотри, все гладят им. Нет, пойдем погладим. Пошли, дочь. Не бойся, Зя, пойдем. Пойдем со мной вместе. Пойдем, они же мягенькие, такие пушистые, как ты любишь. Ну-ка, мам, подвинься. Доча, смотри, видишь, кроликов нет, но снова барашка есть, такой мягкий, пушистый, травку кушает. Там дальше еще есть. Пойдем. Ну, пойдем дальше посмотрим, здесь что. А еще погладим, так с тобой вместе. Посмотри, он хвостиком виляет, как собачка, дочь, он добренький. Они же ничего не делают, они просто травку кушают. Не бойся, Зя. Здесь козлики лежат. Попробуем. Погладим ее. Пойдем козочку потрогаем. Борода я такая. Я кайфует, так лежит. Да, хороший. Все гладят, массажи. Борода такая. Щечку. О, кайфует. Видишь, как он глазки закрывает сразу. Ага. Уже смотри, поцарапанные такие эти. Рога побитые. Ну. О, борода конкретная. Дайте погладить. Лежит, отдыхает какой.
Классный такой, мягенький. Я тебе похавать принес, дружище. Похав. А то все гладят, а никто не кормит, да? Андрей догадался, травки нарвал. Покормлю своего. Вкусный? Еще будешь? Будешь? Хочет, да. Иди еще рви. Вот это сервис, да? Принесли травку, лежит на солнышке, загорает. Даня тоже кормит. Нет, я не хочу, я гладить. Ну просто покормишь, пойдем. Я покажу. О, смотри, он меня уже ждет. Вот это сервис, он лежит, ему травку подносит. Я ванушу нахуй. Мамочка, я его тоже покормила. Молодец. И слабо аухнет, Алиска. Прикольные такие. Че, мама, любовь злак, полюбишь и козла, говорят. Ага. Он еще такой привереда, да, не всю травку ест, что я ему даю. Выбирает. А у меня вся коза, да? А у меня коза все ела. Сейчас я тебе принесу травы и потом селфи с тобой сделаем, да? Скажи да. Нет? Все, собрался уже погулять. Ариша боится, не хочет подходить. Пойдем, пойдем, не бойся. А пошли в травку. Сейчас пойдем. Я козу 3 или 4 раза покормлю. Она просто языком, он так облизывает, что еще. Дай я тебе поглажу хотя бы. Погладь его сначала. Дай поглажу. Пап. Не хочет с руки поесть, да? Ариша говорит, ты этого козленка заморал. У меня тут трава висела. Да, травку будешь? Он сам травку рвет, которую ему надо. Ну все, пошли. Я не знаю, это он или она. Папа. Что, будешь выяснять, заглядывать? Пойдем. Хочешь дать кому? Большому хочешь дать? Не, я хочу только. Да пойдем большой дашь. Большому? Ну, вот, смотри, какой голодный, он всегда хочет съесть. Сколько раз давал, сколько раз ел. Не бросай, что ли? Спасибо за травку, сказал? Ну, Ариша, ну не бойся, ну что ты такая трусишка, а? Все, мы выходим уже. Ну все, пошли. Папа не может от него отойти. Смотри, какой благородный баран. Так понравился. Это же не баран, это козел какой-то, да? Ну. Просто в козла влюбился. Любовь злата, точно, папа в козла влюбился. Сейчас мы будем делать вот такую вот монетку. Монетку на память Даня захотела с такими. Я тоже мостами. Захотела. Нет. Так, 1 евро получается. Так, 7 раз надо кучить, да? Да, подожди, стой. Ну, самую первую, да, вот эту? Ага. Опять Санта, самый последний. Так он не делает. А вот 1 евро, 5 центов, ага, задвигай теперь. И задвигаем. Все, Даня, можешь крутить 7 раз, осторожно за голову зачем. 2, 3, 4. Арина будет забирать ее, да, сказала? Да. 5, 6, 7. Мама, выпала. Эй, Даниэль. Я хочу ее. Ой, ладно, забирай. Не буду ее. Ну-ка, сынок, покажи, что у тебя получилось. А тут, ребята, вот это деревья, вот тут вот этот мост, по которому прикольно, мы, да, ходили. Здесь и стоит Русь, Фон, Скивальк, вот это Скайволк. Да, Скайволк, я не знаю. Короче, там это, Арина хотела достать, но Даня ее опередил, теперь придется Арине делать, да, еще одну. Я забыл. Ариша тоже захотела монетку. Давай, купи. 1, 2. Ариша с сердечком заказала, да? 3. Тяжело, Даня? 6. Все, выпало. Ну-ка, а покажи, Дача, какая у тебя. Сердечко, вон какая красивая, да? Солнце мое, ты рада теперь? Да, я хочу еще кайзер, мама, мороженое. Вот у нас теперь твоя. Все, давайте пойдем кушать теперь. Ага. Сходили, баранов покормили, теперь надо самих покормить. Да. Самих себя покормить, руки помыли. Такой уютненький здесь ресторанчик. Все в таком деревянном стиле сделано. Для детей маленькие стульчики. Но для детей столы, стульчики маленькие. Вот эта сторона. Классно. Здесь такие сделаны, как будто окна еще. И там кухня. Сразу тут вам шпайзы карту заснять. Цены какие тоже. Можете посмотреть. В принципе, цены нормальные. Недорогие.
Ариша пришла кушать и хотела вам показать свой кайзершмарен, да, дочь? Да, вот и я заказала. Наконец-то дождалась. Да. Это вот такие вот кусочки теста. У нас в школе они... Мама сказала, что мне поставить по мне выдать. Чикины с помыса. Мама, ты чё? Мы с мамой. Мы с мамой карри-гурс едим. Да там наловное это. Ну, всем приятного аппетита. Да, спасибо. Давайте, прост. Безалкогольный пивас, еще за рулем ехать. Мама, пустая проблема. Ну что, дочь, наступило время для десерта? Угу. У меня здесь гунибельхены еще. Мороженое с гунибельхеном, да? Угу. Кто не понял, гунибельхены — это мармеладные мишки. Да, жарко, можно в теньке отдохнуть, вон гамак какой. Угу. А я там, смотри, как далеко я подошла. Молодец, кушай, зайчик. Сейчас мы пойдем на водяной искрит. Сегодня по лесу чуть прогуляться тоже. В лесу-то свежо, да? Вот, смотри, самое старое, сколько, 95 лет дерево. Ага. 171 номер дерева. Вайстаны, ну. Белая елка какая-то. А почему белая, я не понимаю? Из-за этого, что ли? Дерево, кора, что ли, белого цвета? Здесь такое место, фихтен, цапфен, цильверфен. Сюда вы даже лобок складываете, шишки. И бросаете. Опа, промазала мама. Или вот сюда попасть нужно, чтобы она тут осталась. Закинуть. Ну, в домике тоже, наверное, надо. Ах, чуть-чуть не добрался. Давай, мама, пуляй. Я до этого только что попала. Почти. Да, я попал! Пропал, да? Я попал! Молодец, сынок. Мама решила под звон колоколов подтягиваться. Уже 100 лет не... Молодец, мам. Здесь стоит, что здесь такое место для собак, чтобы они могли отдохнуть. Руи барай для собак написано. Если кто приходит со своими питомцами, друзьями четвероногими, можно здесь на время закрыть. Я думаю, может быть, они не сильно будут. Питомцы ваши рады, если вы их тут закроете. Ну, хотя, если собаки тоже, может, устают или наверх, страшно и собакам можно, ходить. Это можно назвать деревня собак. Ну. Погуляли, можно и отдохнуть, на качельке покататься. Да. Классно. Нет, так. Давайте, ребята, туда, на горы. Тут ребята, можно вот так лежать и наслаждаться, ребята, вот таким прекрасным видом на горы. Итак, вот мы уже на даче, жарим шашлычки. Как и говорили, Арина все ждала шашлыки. Погуляли, очень нам понравилось. Советуем вам побывать в этом месте, особенно в хорошую погоду. Классно было, деткам очень понравилось. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч. Всем всего доброго, берегите себя и своих близких. До новых встреч, всем пока. Всем пока.